all my flaws. Я теряю корни. Это все она, на-на-на-на, на-на-на-на-на. Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Зацепила меня, ослепила меня, до порога довела. Переводите деньги через ВКП и мгновенно и без комиссии. Неважно, какой у вас банк. Когда ты разговариваешь вслух с самим собой? Ну что, поехали? Сзади вроде никого нету. Ага. Ага. Поворотники нужно как-нибудь помочь, что нужно. Пожалуйста, пасту! Какую же взять, красную или синюю? Если синюю... Интересно, сколько раз? Зачем я все это делал? У меня же вообще ничего не растет. Да ладно, что, серьезно? Можно айфон выиграть? Дэн, да хорош, ты что, сам с собой разговариваешь? Да нет, сейчас покажу. Нажми на кнопку и получи шанс выиграть новый айфон XS. Happy New Beer. А, вот что. А ты что думал, я вообще тю-тю, что ли? Да, алло. Узнает популярных личностей, часть 2. Два. Два. Кто это такой? Спящий человек. Мне кажется, у него лицо в тот момент, когда Азарка баловался. Азарь, тебе не надоело баловаться? Этого человека ты должна знать. Эштерин. Кто он такой? У него длинный язык. И все, больше он ничем не прославился. О, ты тоже Эйнштейн, получается. Кто это такая? У него дети большие попы Wi-Fi. Как ты думаешь, ей удобно сидеть? Нет, почему? Сильно мягко. Вот этого мальчика ты обязана знать. Он на шоколадке. Вот на этой шоколадке? Да, дай. Голодный ребенок. А твой? Я тоже поем. Что-то невкусное. С вами была Азалька Мозаика. Всем пока-пока! Популярные хиты с Азалькой, часть 2. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang, 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 Gucci gang. You. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Между нами тает лед, теперь нам тает лед. Мы промокнем подождем и помоем полы. Помоем полы. Та-да-да-да-да-да. Чика-бом. Та-да-да-да-да-да. Чика-бом. Та-да-да-да-да-да. Чика-бом. Брэд. Кажется, Азалька заканчивает свою карьеру. Нет, с вами была Азалька Мозаика. Всех целую, всем пока. Кажется, я оглох. О, Булат, привет. О, здорово. Бра. 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 Доверься мне. Сейчас я буду доставать разные женские штучки, а Азалька попытается отгадать, что это и для чего. Ну что, погнали? Лот номер один. Что это такое? Это нужно на глаза одеть. Откуда ты знаешь? Поехали дальше. Что это такое? Это бигуди. Бигуди? Да ты откуда все знаешь? Что это такое? Это дара-лесничек. Да, лестничку так ставь, если ты хочешь большую лестничку так ставь. Я не понимаю, у вас что, есть штаб-квартира, где с детства вас учат всяким прибамбасам?
Чувствую, я сейчас без глаза останусь. Я красивый стал? Очень. И теперь главная непонятная штучка сегодняшнего вечера. Что это такое? Ну что, кажется, Азалька разбирается во всех этих женских штучках. С вами была Азалька Мозаика. Пока-пока! Блин, что с Wi-Fi? Опять нет интернета. Точнее, это смешно. Блин, походу моя идет. Ну, смотри, тут тебе, во-первых, диагональный подойдет. Телевизор сам. Здравствуйте, вам что-нибудь подсказать? А, нет, спасибо. Да, подскажите, пожалуйста. Да как? Зачем? Я без него тебе все подскажу. Сейчас у нас дни Samsung, на телевизоре саундбары действует скидка 30% по купону. Ой, я тебя умоляю, они просто сверху сумму накидывают и типа скидка. Там в соседнем магазине точно такой же на 200 рублей дешевле. А чем старый плох? Он же работает, нас переживет. Если полгода подождешь, он в цене упадет, тогда можно будет брать. В интернете можно было найти, он там вообще копейки стоит. Смотри, какой он большой, ты его вообще до дома довезешь? А у нас есть доставка. Плохо. Ой, да ладно, на автобусе сами отвезем. Ну сейчас подождите, мы с другом переговорим минутку и подойдем. Мы решили, что еще посмотрим и если что придем. Спасибо. Я тут подумал, заверните мне телевизор и саундбар. Ребята, всем привет, с вами Азалька Мозаика. А ты знаешь, откуда берутся дети? Да, Айс приносит. Я думала тебя услышать что-нибудь новенькое. А тебя кто принес? Айс меня принес. Не, он тебя бы не смог принести, потому что ты тяжелый. Ага. Ты любишь своих родителей? Да. И маму, и папу? Да. Кого больше любишь? Одинаково, не бывает такого. Вот, Дима, слядка. Дядю своего Дениса любишь? Да. Ты что, лук ела, что ли? Можно снять шапку? Снимай. Вот так вот. Тебе нравятся дороги в России? Нет. Почему? Ямы, трещи, грязь. Собаки везде какают. Если бы у тебя был 1 000 000 рублей, что бы ты с ним сделал? Купила бы бургер. Да. И еще кушать хочу. Поехали домой. С вами была Азалька Мозаика. Азалька.